Может быть, я мерзавец, да, но мерзавец. Ты плюешь на могилы. Я прошу прощения, давайте личное оскорбление. Был бы ближе оставим. По морде бы ты у меня получил. Да, пожалуйста, вот я тут, дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь. Такое? Давай. У нас трансляция в YouTube идет, уважаемые. Вы что творите? Так, господа, прекратите! Вы что делаете? Ну-ка, прекратите это безобразие. Мужчины, разведите. Так, секунду, все. Прошу прощения, у нас сейчас непредвиденность. Прекратите. Давайте уважать друг друга. Давайте уважать друг друга. Я прошу прощения, что происходит? Вы два серьезных, уважаемых человека. Вы до чего доходите, уважаемые мужчины? Я разве руки распускал? Вы что творите в эфире? Слушайте, он встал и ударил меня первым. Вы что творите, господа? Это прямой эфир. Повтори, я повторю тоже. Я прошу прощения у нашей аудитории за действия тех, кто в этой студии я должен был сражаться словами и давай, перешел пожалуйста. К рукоприкладству. Прекратите это немедленно! Господа, давайте все-таки понимать, что никакие даже самые сложные политические дискуссии не заслуживают того, что происходит сейчас у нас в студии. Я еще раз прошу прощения у нашей аудитории. Мы завершаем на этом программу «Радиорубка». Выяснение отношений продолжается с нами студии. Были Максим Шевченко, Максим Леонардович, пожалуйста, спокойнее. Я абсолютно спокоен. И Николай Сванидзе, Николай Карлович. Я думаю, что нашу сегодняшнюю программу слушатели запомнят надолго. Спасибо.